Всем привет, дорогие мои друзья! У нас сегодня вечерняя прогулочка по Касерте. Массимо Солита. Buonasera a tutti. Вышли немножко пройтись, потому что мы все время на машине и на машине. А сейчас вот пройдемся, два круга сделаем и пойдем обратно в машину и домой. Facciamo due passi a piedi. Sì. Se no siamo sempre in macchina, ho detto. Stasera finalmente facciamo un piccolo giretto a Caserta, eh? Vediamo, посмотрим немножко, как тут ситуация. Предновогодняя, предрождественская, вернее. Такая здесь новогодняя сумочка за 50 евро. Видите, блестящая такая вся. Ну, такая еще есть. Тоже 60 евро. Та 50, это 60. Сегодня рабочий день, поэтому не очень много людей. Вон она, наша елочка. Видите, Ланбермас. Сейчас пойдем туда. Бенетон. Когда-то был такой хороший магазин этот Бенетон. Просто я и сумки здесь покупала, и вещи покупала. Он такой был качественный, он такой был хороший. А сейчас не знаю, во что превратился. Я туда больше не хожу. Ну, может, и сейчас там есть хорошие вещи, но я туда уже не хожу. Каждый день что-то меняется. Одни закрываются, другие открываются. Вот этот ничего магазин так. Здесь муж и жена рядом. Здесь мужской у мужа магазин, а тот, что женский, был его жены. И работает себе. Здесь вот обувной магазин Nero Giardini. Очень хорошая марка. Очень хорошая обувь, по 100 евро кроссовки, ну, так себе дороговато, по мне так дороговато. Так, здесь спортивный магазин у нас, это вообще проспект, где мы сейчас идем. Проспект города Касерта. Проспект. Это продуктовый магазин. Вот они, праздничные кексы. Панеттоне. Праздничные. Здесь можно подарки подобрать хорошие. Вольям интрады дай друмарку. Вот такие разные кексы здесь продаются. Видите? Вот такие. Всякие вкусняшки. Такие вкусняшки разные. Это с лимоном. Это с орехом. Кундук, по-моему, да, называется? Такие красивенькие, смотрите. Вот это все будет расхватываться. Цены 17-19 евро. Такие конфетки, я их очень люблю, они с орешками внутри. Вкусные. Ну, а это наша городская елочка. Опять такие посудики. Городская елочка. Вот такая. Что-то она там в центре не горит у них. Мале аль центро, перке нон си аченде. Брушато.
attimo. Ой, che bello qua. Вот так здесь они нарядили площадь эту. И это одна из центральных улиц города. Вот так здесь красиво. Там напротив бар вон, где молодежь отдыхает. Не только молодежь, все, кто хочет посидеть, попить кофе. Ну, сейчас, конечно, холодно там рассиживаться. Так, вот здесь где-то мне надо было... с подарками готовятся к Рождеству. Очень любят они маленькие такие, маленькие, большие, кто на что горазд делать подарочки на всю семью, складывать их под елочкой. И потом дарить друг другу подарки. Хороший магазин. Тоже не из дешевеньких. Не из дешевеньких. Так, посади к вам. Это двухэтажный такой. Магазин детский. Да, в рабочие дни спокойно, конечно. По выходным здесь не пройти. Не пройти. Вот такие. Вот такие. А здесь все в комплекте. Даже шарфик, сумочка, шубка. Все вместе. Ой, прохладненько, но молодежь сидит все равно в барах. Им морозы не страшны. Им морозы не страшны. Ну вот, новогодние украшения, все в красном цвете, видите? Тарелочки, какие красивенькие, сервизы. Обязательно в красном цвете. А здесь такие игрушечки домашние, самодельные, продает женщина. Делает своими руками. Гномиков, они очень любят этих гномиков дарить на Новый год. Но, non si preoccupi, signora già. Trovate tutto sotto sopra. Sì, non vi preoccupate. Ti sei innamorata di questa? Попросила прощения, что сзади у нее там порядок, нитки, творческий порядок. Ничего страшного, это рабочее место, поэтому вот такие чудесные. Le vendevo otto, ma ormai dobbiamo togliere le palline da mezzo. Молодец, какая умничка. Anche perché conservato. Очень красиво украшенный магазинчик тоже вот так. И работает себе. Grazie, signore. Buonasera. Ah, здесь смотрите. Еще.
еще есть магазинчики. Это Пьяцца Ванвителли. Та самая известная площадь, где собираются наши иммигранты. Тоже продает штучки всякие, которые... Шарфики. Аттракционы даже поставили. Надо же. Ай, noi non abbiamo saputo niente di questa bellezza che hanno messo qua. Vedi? Ну, потому что сейчас предпраздничные вечера и, видимо, выходные здесь действительно бывает очень много ребятишек. Играют. Вот. Выиграла, наверное, игрушечку себе девочка. Батуты, наверное, да, вот это как они называются, я не знаю. Ну, в общем, сейчас здесь вот так все. И здесь аттракционы детские. Ну, правильно, ребятишкам вообще-то здесь это мало. Практикуется, чтобы дети вот так могли пойти куда-то в парк поиграть. Вот я в Москве, когда была, там такая красота в каждом дворе. Такая красота просто. Игровые площадки для детишек просто загляденье. А здесь этого нету. Вот это вот поставили в честь праздника, и все, потом сразу все это уберется. И праздники закончились потом. Магазин Мара Карл. Вот такие красивые витрины у них. Пальто. Ну, а цены вот там, мне их плохо видно. Да, этот магазин тоже не из дешевых магазинов. Он дороговатый магазин. Это вот еще одна наша улица поперечная здесь. Ну, здесь люди сидят. Винца попивают. Греются себе. Греются. Вот такой обувной магазин. Вот так вам приближу. Вот это толстоподушвенная, очень плотная сейчас. Видите, почти вся такая. Одни улицы слишком сильно украшены, красиво, другие улицы так себе, скромненько украшены. Здесь поющий Дед Мороз стоит, каждый год он здесь стоит на углу. È vero Massimo, ogni anno questo Babbo Natale qua canta e balla. Сейчас ребятишки поиграют, пофоткаются. Ау-ау-ау. Lascia.
А здесь вот так украшена эта улица красными елочками. Здесь вот такой бар. Винный бар, как видно, что из бочек сделали столики. Видите? Низкие стульчики, а верхняя это под столик. Очень оригинально и симпатичненько. Здесь тоже самое, барчик такой вот. Ну, это такая улица, где одни барчики, в общем. Барчики. Новогодние цветочки. А это вот наш русский магазин, куда я прихожу иногда покупать то, что мне надо, бывает, из наших продуктов. И вот такой у нас магазин здесь. Наш магазин. Тут есть и селедка, и красная рыба, и икра, и колбасы, и девушка красивая. И конфеты на любой вкус, и выпивка наша, и даже творог, который я сейчас возьму. Подарки новогодние, рождественские. Ну все, все здесь есть, все. Только бери и бери. Все здесь есть, даже пельмешки наши. И не наши тоже. Все здесь есть. Крабовые палочки вон. Крупы всякие всевозможные. Все здесь есть на самом деле. Очень я люблю этот магазин. Светлые тона здесь, пальто, костюмы. Вот такая витрина здесь нарядная. В светлых тонах. Дорогие мои друзья, мы закончили нашу небольшую прогулочку, прошлись, прогулялись, посмотрели витринки, отдохнули немножко, а теперь поедем домой. Я хочу поблагодарить всех за внимание, за то, что смотрите мой канал. Хочу поблагодарить новых подписчиков, которые ко мне пришли, за поддержку. Спасибо вам огромное. Мой муж тоже вас всех благодарит. До новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.